10 учителей Чувашии стали лауреатами премии президента России. В числе лауреатов – учителя истории, обществознания, чувашского, русского и английского языков, литературы, биологии, химии, математики и начальных классов. Кроме педагогов столичных лицеев и гимназий, преподаватели из Янтиковской, Марпасадской, Красноармейской средних школ и один учитель из Новочебоксарска. Все они получат денежное поощрение – 200 тысяч рублей. Лучшие педагоги, которые подают себя прежде всего на разных мероприятиях, представляют надлежащим образом оформленную документацию на конкурс. Комиссия и конкурсная комиссия работала объективно. Ученики у этих учителей, они участвуют на разных олимпиадах, не только регионального значения, регионального уровня, но и на общероссийских олимпиадах. Премии президента России лучшим учителям присуждаются с 2006 года. За это время в конкурсе приняли участие 2248 учителей. Лауреатами стали 519 человек. В 2016 году в Чувашии на конкурс было подано 38 материалов от учителей из 14 муниципалитетов. В республике большое внимание уделяется поддержке учителей-новаторов. В марте 2016 года по поручению главы Чувашии учреждены денежные поощрения в размере 250 тысяч рублей для педагогических работников, подготовивших победителей всероссийских и международных олимпиад школьников. Денежное поощрение в размере 150 тысяч рублей для педагогических работников, подготовивших призеров всероссийских и международных олимпиад.